Потому что если мы что-то ненавидим, поэтому мы таким образом создаем опять негативный аспект. So you have to love what is good. Мы должны знать, что же, что хорошо. You should not make any effort to hate something. То есть мы не должны, мы стараться должны избегать этого, чтобы вообще что-то, что. Even with your bad habits also, if you try to hate. Даже если речь идет от ваших дурных привычек. You get more involved. Не надо их ненавидеть, а то вы будете все больше и больше вовлекаться в них. Получается, но и не сильно любить их. We shouldn't love them. Or should we love them? You should love good. Нет, должны хорошие любить. You should love good. Но не ненавидеть плохое. Понятно, но модная же тема полюби себя такой, как ты есть, со всеми своими привычками. Цветочки гнали в колючки. Now it is widespread. It is even such practice. You should take yourself as you are, yes, with all your habits, and you should love as you are now. Yes, because see, the very simple is love is a positive trait. Любовь — это позитивное качество. And hatred is negative trait. Ненависть — это отрицательное качество. So simple. Вот и все, все очень просто. Окей. Окей. Окей.